Виктория Лопырева отказалась в этом году от участия в Каннском кинофестивале. Модель поставила свою семью выше карьерных достижений, чем вызвала уважение у публики. Виктория отказалась от приглашения на фестиваль ради своего маленького сына. Трехмесячный Марк Лео находится на грудном вскармливании, и Виктория не может с ним надолго разлучиться. А взять его с собой в поездку она не рискнула. В ближайшее время российская модель будет дефилировать перед фанатами не в кутюрных нарядах, а в пижаме с малышом на руках. Впрочем, это не мешает Виктории следить за самыми премьерами фестиваля на Лазурном берегу. Еще внимательнее она наблюдает за гостями красных дорожек. Фаворитом Лопыревой среди звезд, блеснувших в Каннах, является ее коллега Наташа Поле. По мнению Виктории, у Поле было самое эффектное появление на кинофестивале. Кстати, Наташа всего месяц назад стала мамой во второй раз. Не смогла себя пересилить и оставить малыша, а тащить с собой было целое дело, слишком много багажа. Не рискнула в этот раз, в отличие от красотки Наташи Поле, которая прекрасно совместила роль мамы и одновременно блистала на дорожке фестиваля в шикарном платье от Versace. Лучший образ в этом году, на мой взгляд, похвалила подругу Лопырева. К слову, недавно Виктория проговорилась, что уже планирует рождение второго ребенка. Не исключено, что модель решится сделать совсем небольшую паузу перед следующей беременностью. Во всяком случае, Лопырева активно на это намекает.